Джексону очень нужно постараться, чтобы обойти Криса Клайберна. Якоб Чебашек заряжает передачу. Атака со средней дистанции не точно. Подбор за Евгением Беленковым, но не сумел он сохранить мяч. Даниил Коско на скорости. Внимательнее с ним действует Хопкинс. Мотовила против Карпенко. Микульский. Отличное открывание Александра Зечевича. Вот сейчас легкий форвард из США, играющий за команду Йовица. За хозяем и снова. Да, вот Бэйми Джексон не стал сам бросать. Скидка на Якоба Чебашика. И посмотрел, пригляделся и попал. Джаред Окунбэйми Джексон. Подряд в его исполнении прямо сейчас мы увидели два до тайм-аута и сейчас три. Дмитрий Куратник. ФМП в мае этого года. Издали бросает Дмитрий Куратник не точно. Удачный отскок мяча к Джареду Окунбэйми Джексону. И это end one. Сегодня очень много времени проводящий на площадке. Классную работу проделывает Чебаш. Владимир Стубеды три фала, поэтому вместо него вышел Александр Зечевич. На скорости Куратник обыграл Бобича и дошел сам до конца. Но есть другие партнеры по команде. Александр Зечевич отвечает своим дальним попаданием, у которого 4 персональных. Зечевичу продавить Беленкова не получается. Дмитрий Куратник на дуге. Дмитрий Куратник. Игрался Дмитрий. И сейчас подбор еще забирает в защите. Микульский против Беленкова. Скидка на Даниила Борисевича. 2 очка в быстром отрыве.